Наскучили мне уже эти фигурки на самом деле. И машинка уже, блин, не вызывает радости, как пару дней назад. Помню, когда первый раз получил ее, реально не мог оторваться, сидел, возил ее на этих колесах от поезда. И фигурки, блин, уже неинтересные. То есть, у меня уже такие тут крутые сценки были, стычки. Реально, вот каникулы зимние провел в битве между Райнхартом и Солдатом 76. Солдата 76 вообще я, конечно, не хотел подпускать к представителям мужского пола, но потому что странно о нем говорят. А вот Трейсер и Роковую вдову, или Трейсер и Диву, тоже как бы к Трейсер не надо. И играя с этими фигурками, я проводил дни и ночи. Даже на улице мне постоянно чудилось, что со мной идет солдат 76. А это уж совсем не шутки, я понял, что-то пора менять. На самом деле наскучили мне эти все потрясающие фигурки, и захотелось чего-то большего. А, Бастиона. Ой, как хочется мне себе в коллекцию Бастиона. Ах, давайте-ка я сейчас открыл сайт, посмотрим с вами, сколько он стоит. Так, $50 он стоит. Ну, как-то дороговато. Давайте я посмотрю, сколько это по нашему курсу. Посмотрите, у меня даже вот новые обои зимние стоят. Вы можете себе на самом деле тоже на телефоны поставить обои, такие очень классные. Так, мне нужен калькулятор. Доллар сейчас 67. Ну, давайте посмотрим. 50 умножаем на 67. Ой, 3350, ну, что-то дорого. Наверное, долго идти будет, да и жаба что-то меня душит покупать этот набор. Хоть и моделька-то классная, он еще и перестраивается в турель. Может, давайте посмотрим, сколько у нас этот набор стоит. Может, я лучше закажу его себе, и он ко мне за день придет из магазина у нас. Так, 5500, сколько? 5500 за Бастиона, это что, больше, чем на 60% дороже? 5500. Он. Не, ну нафиг этого Бастиона. Так, где здесь солдат 76 Трейсер? Ну что, а вы подписывайтесь на канал, впереди будет много всего интересного. Удачи, пока.